Доброе утро, дорогие мои. Вы на канале Приют Ангелов. И мы с вами здесь учимся радости, учимся взаимопомощи друг другу и учимся пониманию жизни, которая у нас есть и вокруг нас распространяется. Хотел сейчас прямо зачитать комментарий, ответить на который, думаю, но он куда-то делся. По-видимому, так, кто написал этот комментарий, под ним написала «это я о себе» и удалила, увидев, что я прочитал. А все комментарии, которые я пропустил, то есть вы их, если увидели, это значит, я их прочитал, потому что я их все прочитываю, какие-то удаляю, какие-то пропускаю, каких-то людей удаляю за то, что они написали не те комментарии, которые соответствуют ангелам. Поэтому комментарий я не нашел, чтобы поговорить, но я его помню. Речь идет о том, а как же быть, если ты переживаешь за близких своих, которые на твоих глазах гибнут и не верят в Господа, пытаешься что-то сделать для них, пытаешься их как-то вытащить из этого состояния, а они все это называют фанатизмом, обижаются на тебя, ну и всячески тебя гнать начинают за то, что ты это делаешь. В общем, вот такая ситуация. Причем она сказала, что ближние — это вот родственники. Я так понял, что прямо о родственниках идет речь. Я эту ситуацию неоднократно встречал. Больше того, практически каждый встречал, кто вот вдруг поверил, находясь в неверующей среде своих родственников, и ощутил на себе вот это влияние. То есть чаще всего первое влияние — с ума сошел, и что-то с ним не так, и как это так произошло, вот почему он вдруг решил так поступить, что он лучше нас, ну, то есть вот такие. Но в некоторых случаях, что, ну и слава Богу, мы не такие, мы вон тут алкоголики, а он у нас, если это сын, там, например, дочь, семья алкоголиков иногда радуется, что он ушел куда-то в религию, а они как пили, так и не перестают пить. Ситуации известны. Больше того, давайте вспомним, что в Евангелиях она описывается. И в Евангелии от Матфея есть эти строки, глава 10, строфа 42, так, нет, строфа 36. Давайте я их вам зачитаю, потому что для объяснения того, что делать и как в этом случае быть, нужно внимательно прочитать Евангелие. Внимательно. И глядите, что здесь написано. «Когда любит отца или матерь более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И враги человеку домашние его. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочерью с матерью ее и невестку со свекровью ее. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того я пред Отцом моим небесным. Ибо всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным». Вот такие строки. Их очень часто комментируют, их очень часто объясняют. И, как правило, объясняя, все время говорят, ну вот так должно быть. Господь объявил, что между поколениями одних и других может произойти такая война, тем более если либо поколение старших верит во что-то другое, а не в Христа, и
поколение юношей, наоборот, уверует в Христа, и такое сопротивление может быть. Мы это с вами наблюдаем, как и в евангельской истории, где Христос принес новую веру, и те, кто держался за старые веры, они просто и Христа распяли, и апостолов распинали, и всех, кто нес христианство, распинали. Вот, вот этот вам меч, и вот эта вражда, вот это все то, что, значит, произошло в человечестве. Все это было предсказано. Мы видели в стране своей другие этапы, когда новое поколение вдруг уверовало в другую религию под названием коммунизм и уничтожило тех, кто верил в христианство. Правда, изначально у них было связано это с христианством. Тот же, я все время вспоминаю Петра Алексеевича Кропоткина, который коммунизм выводил из христианства. Можно вспомнить еще очень многих философов революционного времени, которые так и говорили. Но когда помешало христианство существующее в виде русской церкви православной, то ее разрушили, всех уничтожили и запретили. Но возрождение христианства после советского времени опять показало это разделение. И действительно, вдруг те, кто стал верующим, пошли в храмы и от многих своих родственников, старших, ну, иногда и младших, получили свои определенные оценки. Я это все претерпел на себе, тем более, что вот уверовал, когда был коммунистом, положил партийный билет в 90-м году и получил огромную войну с теми, кто постарше меня, которые коммунисты, когда я клал билет на стол райкома, говорили: ты что, ты с ума сошел? А окружающие говорили: ну что, теперь тебя уничтожат. Ну, в общем-то, так. Но я могу сказать, что есть еще и другие слои, где истинное христианство гонимо, и это может быть даже и среди христиан. Если вы стоите на праведности, на честности и так далее, то может и между христиан произойти эта война, и меч тут тоже присутствует. Но в данном случае речь у нас идет о родственниках, о них спрашивает та, кто задала этот вопрос. И я тогда с этой точки зрения и расскажу, как быть или как это воспринимать. И здесь я опять обращаюсь к тому, что мы, переходя на русский язык, перестаем понимать смысл сказанного. Вот никто меня не убедит, что надо перейти на русский язык и служить на русском языке, и Евангелие трактовать на русском языке. Поскольку, теряя смысл евангельского указания, можно так сказать, или заповеди Божьей, мы как раз и попадаем вот в такую ловушку, где ведем себя правильно, мы должны что-то противопоставить тому, как идет на тебя вот эта волна со стороны твоих родственников негатива, а мы не находим ответа в Евангелии, как в этой случае поступить. Ну вот прочитали вы и сосредоточились на том, что меч принес. Это что значит? Войну устроить по-христиански между ближними своими? Откуда вот? И поэтому я вот время от времени возвращаюсь к тому, чтобы вам объяснить истинное славянское, можно сказать, понимание того, что здесь написано. А я думаю, что славянская Библия, церковно-славянское Евангелие, оно отражало именно дух вот нашего славянского народа. Поэтому немножечко отличается, вероятно, это от греческого текста, от
текста на арамейском языке или еще что-то. Поэтому я вам объясняю, как вот как русские, как должны понять русские, как славяне, читающие Евангелие на церковно-славянском языке. И что я хочу сказать? Я всегда как филолог обращаюсь к вам, что посмотрите этимологию слова. Разберитесь вот вы в этом тексте, и вы поймете, в чем вы не правы, потому что в Евангелии оно абсолютно емко все объясняет и все показывает. И в данном случае я прошу вас обратить внимание на вот эти строки. А кто отречется, так, не думайте так. И всякий, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую я пред Отцем моим небесным. Исповедую, вот на исповедую. Это слово здесь ключевое, объясняющее все происходящее и что нужно делать в этом происходящем. Давайте я вам быстренько объясню, что оно из себя значит. Во-первых, «из» приставка, она обозначает в старославянском «он», «из», «он». Потом «по» означает, что прошлом получил, ведение получил, причем ведение от Бога получил. И исповедник – это тот, кто говорит о себе в третьем лице, он, получивший ведение от Бога. Он рассказывает о себе не потому, что умом понял себя, а Бог ему дал раньше этого своего рассказа знание о нем, о третьем лице, о душе. И вот это понимание этого слова, вот в этом случае, оно интересно нас выводит на то, а как же себя вести. Я вам остановлюсь на части, на маленькой, хотя бы по, как вот объясняется ее значение. Смотрите, ну, чтобы вы поняли, что это все серьезно. Эта приставка происходит от древнего корня апа, по. От, обратно. Корнесловный образ здесь указывает на обратное направление течения духовной силы. Не от молящегося к Богу, а от Бога к сердцу молящегося. Проникая в сердце и сознание исповедника, эта сила Духа истины вызывает экстатическое состояние не от мира сего. И делает неведомые, невидимые, незнаемые, ведомым, умозрительным, узнаваемым. В этом экстатическом состоянии выхода себя или восторга силой Духа истины люди духовно прозревают и пророчествуют как о себе, так и о других. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Елизавета исполнилась от того же корня апо, исполнилась. Что и слово полный. Святаго Духа и воскликнул громким голосом и сказал: «Благовественная ты между женами, благословен плод чрева твоего. И откуда мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чрева моим и блаженно уверовавшего, потому что совершила сказанное от Господа». От Луки. Сочетание корневых образов, содержащих в приставочной части «из», «по», «он», «за», «обратно», «от», порождает представление об исповеднике, как о человеке, временно освободившегося от уз мира сего. Как вам такое? Одно слово. Исповедай. Исповедник. Поэтому то, что с вами происходит, когда вы вдруг прозрели и получили от Господа знание о себе и о своих грехах, а это дар Божий, а не плод нашего ума, вот это очень серьезно нужно осознавать, то вы действительно находитесь в неком таком экстатическом состоянии.
И когда она пишет, они начинают тебя считать фанатиком, к сожалению, это экстатическое состояние может привести к фанатическому поведению. К фанатическому. То есть вот эту радость, какую здесь вот представляют, что встретились и возрадовалась, что встретила ту, в которой Господь, можно перевести в поведение фанатическое. Ну вот здесь, знаете как, вот оно ведь религиозное поведение могут любое назвать фанатическое. Но давайте разберемся все-таки, а кто же вы, когда получили вот такое исповедание? Что значит вы, исповедающие Господа перед людьми? И здесь надо осознать, что Господь, давая нам о грехах знание, все-таки нам дает знание и о лучшей своей части. То есть, а кто же мы на самом деле, вот избранные Господа, и какое наше поведение в этой избранности должно быть? Все Евангелие наполнено указанием на том, что человек, исповедник Божий, это человек любящий как Бога своего, так ближних своих, так и себя. В общем-то, и себя надо в какой-то степени любить, не больше Бога, или там ближних любить не больше Бога, потому что с этого начинается Евангелие, что кто любит больше ребенка своего, чем меня, кто больше ближних своих, чем меня, тот уже недостоин меня. Но если ты любишь Бога, как ты-то должен исповедовать Бога перед ними? И вот здесь у нас наступает фанатичность. Мы иногда переходим на мирскую форму отношений и уже навязанную, может быть, миром форму поведения, в котором начинаем, я уж извиняюсь, насиловать друг друга. То есть насильно вести детей в храм, насильно родственников заставлять читать молитвы, если они подчинены вам, но и вести себя так, как будто ты презираешь их или пытаешься, значит, им что-то навязать. Я вам уже рассказывал, у меня есть одна история, где жена вот жила-жила, значит, никак не могла образа своего найти. В какой-то момент она пришла в храм, съездила к старцу, все остальное. И тот сказал, не живи с мужем, пока он с тобой не повенчается. И все. Она как ему это сказала, он говорит, мне вообще не захотелось дальше жить с ней, но поскольку вроде и дети есть общие, и дело, и столько я в нее вложил, ну пусть живет, посмотрим, как она дальше будет существовать. И что? И она начала целую войну за то, чтобы его привести в храм. Вот. И читает молитвы рано очень, встанет и громко читает, чтобы он слышал все утренние молитвы и все остальное. Развешала по всему дому иконы и все это, говоря, что вот это храм, вот все это. То есть он ощущает это как насилие над собой, насилие. Но это исповедание Господа, такое насилие или нет? Или как-то по-другому она должна была себя повести? И мы услышим в Евангелии, что естественно по-другому. И у апостолов естественно по-другому должна была себя повести, даже если ей нужно было или хотелось, чтобы она пришла с ним к венчанию, это нужно было делать не насильно, не фанатично. То есть вот как раз он и спрашивает меня, откуда у нее такой фанатизм. Она никогда не была религиозной, значит, прожили столько лет, и вдруг вот, вот. А вот это искушение от духа злага. Если у вас при религиозном поведении, ну то, что вы веруете, в храм ходите, молитесь или еще что-то, появляется злость к ближним своим,
то это не исповедание Господа. Не исповедание. Это как раз фанатизм, который действительно разрушителен. И он вот к этому обозначению Господом, что меч между вами я принес, никакого отношения не имеет. Эта вражда может быть только с той стороны. Вот когда та сторона действительно враждует с вами, ну, значит, вы правильно. Но вы-то что? Вы-то из, то есть он, душа ваша, получила ведение, а ведение – это Дух Святой, это благодать Божья от Бога, и вы не можете это ведение и вот это получение, эту исповедь представлять в виде зла. Вы не можете Христа представлять в виде зла. И поэтому, когда вы задаете сейчас себе вопрос, почему у меня с родственниками такое отношение, вы должны себе и второе задать. А зло я представляю или добро? Христа я представляю или беса уж, извините. Потому что ни одеяние, ни чтение молитв, ничего не защищает вас от зла, если вы сами захотели в этом зле быть. И отсюда и окончание того, что если вы будете исповедовать, то и я пред Отцом своим вас исповедую, то есть и я вас представлю Богу в божественном виде. Вы будете исповеданы не открыто перед Отцом Небесным, он и так все ваши грехи знает, а исповеданы. То есть вам Христос обещает представление вас перед Богом в божественном, в вашем лучшем виде. Если вы это действительно совершали, если вы действительно накопили вот в себе этих божественных ангельских дел. Ангельских. Поэтому я вас все время и призываю вот здесь, что учитесь быть ангелами. Некоторые говорят, ну как вот в этой жизни ангелом не выживешь, и значит все. А вы попробуйте. Вы попробуйте не сами быть ангелом злым, а быть ангелом добрым. Потому что, еще раз повторяю, в конечном итоге вас будет Бог исповедовать, если вы Бога исповедуете. То есть, если вы то, что узнали от Бога, представляете перед людьми словом, делом своим, духом своим, то и он будет вас перед Богом представлять. И они сами встанете на этом втором суде и будете, вот я родственников, вот сколько придется исповедовать-то своего, если вы вместо любви, которую Господь вам предлагает как форму своего вероисповедания, представляете злобу вокруг своих. Я не просто говорю это, я понимаю, что это не просто, потому что вот у нас какое-то такое есть чувство, что мы за родственников ответственны, что то, что мы не доделываем им, как-то отражается на них. Что, может быть, я что-то вот каких-то денег, усилий или еще что-то не применил, а он бы выжил или спасался, если бы я их применил. Вот. Это действительно все время тяжело. Тяжело. И я понимаю ее, что вот они так на нее смотрят. Но я вижу, что лучший способ вот проповеди здесь, в данном случае, это не брать на себя роль тащащего за шкирку кого-то куда-то, а поступить как Христос. Просто жить, как Христос заповедовал, просто любить, терпеть, каким-то образом, значит, все это делать. И я видел такие примеры, вот все время
говорю о том, что проживая вот здесь в маленькой местности, я вокруг себя вижу просто замечательных людей. И я, например, видел одну семью, где абсолютно святая мать, вот, и царство ей небесное, ее уже нет, но у нее 3 сына. И один сын просто идеальный, и вся там идеальная у него, значит, семья, и, в общем, абсолютно какая-то святая. Другой так, немножечко, хотя там и в начальниках был, и так далее, но в деревне выпивка – это огромное зло. А третий просто вообще погиб от того, что вот как загулял, как за это, и все остальное. И при этом она, естественно, молилась за всех одинаково. Она любила всех одинаково. Естественно, кому-то она радовалась больше, кому-то его успехом, кого-то. Но я думаю, что сердце у нее болело больше за тех, кому тяжело. И вот здесь я не знаю, что родительское такое вот в ней было, хотя сам родитель, чтобы абсолютно ровно относиться ко всем из них. Потому что когда я слышал от нее разговор о том, что вот один сын такой, а другой сын такой, она не различалась в любви. То есть вот она, как можно так сказать, очень верующий человек, могла бы мне исповедовать, что вот этот, ой, у меня какой замечательный, и я его люблю. А вот этот гаденыш мне столько бед наносит и столько вот... Нет, все время она начинала с последнего, что как же жалко, вот так вот получилось, вот, и да, вот она на себя брала эту вину. Поэтому если вы на себя возьмете определенную вину, что ваши родственники, особенно если это дети или и так далее, как-то живут не так, как вам бы хотелось, то, наверное, это будет правильно. А не их все время обвинять, что они живут не так, как вам бы хотелось, или как в Евангелии написано. Надо чувствовать свою избранность. Избранность, потому что почитайте Евангелие. Это не вы такой умный и религиозный. Это вас избрал Господь. Он вас или его в вас снабдил ведением о том, что он особенный. А вы тут носитесь, значит, и думаете, что вы теперь среди богов и всех остальных можете учить. Кстати, есть такая расстройство психики, когда человек начинает себя считать учителем всех и всего. Но это уже другой разговор. Так что, дорогая моя, просто успокойся, молись и отдай их Господу. Пусть Господь решает, как им быть. И мы не знаем, чья душа будет праведнее. Родственники разбойника, мы не знаем, кто они были, но могли быть и религиозными. И, наверное, думали, что это этот разбойник там грабит людей, убивает людей, а мы тут верующие, он погибнет, а мы тут все спасемся. А им потом Господь сказал, что вы-то и не ведали этого Бога, вы не знали, вы сейчас среди распинателей его оказались, родственники. Это я гипотетически, конечно, рассуждаю. Я не знаю, кто родственники разбойника. А разбойник оказался в Царстве Небесном. Нет, там есть, я слышал один рассказ, как, кто такой разбойник, но он как раз вот об этом, что он столько там грехов до этого натворил. Мне отец Амвросий Юрасов рассказывал эту притчу об этом разбойнике, как он стал разбойником, почему он здесь находился. Так что, дорогие мои, раз уж Бог вам дал ведение о вашей душе, как о христианской, так вот и ведите себя по-христиански, прилепитесь своим умом к своей душе, помогите ей своим умом дозреть в этом мире и исповедует все, что ей заповедано Господом. Здоровья вам всем, радости. Аминь.